Так, часть четвертая, заключительная, я надеюсь. Что мы делаем? Мы делаем колесо с вами. То есть мы возьмем опять цилиндр. Но он у нас там спрятался и выглядит вот так. Поэтому мы его повернем на Z плюс. Хорошо. Сразу же уменьшим его до 47. Потому что помните, у нас было 50 здесь, наверное. Так, и здесь высоту сделаем, ну, высоту колеса вот так примерно. Вот так. Хорошо. Далее. Нам надо здесь сделать побольше сегментов в круговую. Но сначала мы пойдем в кап и скажем, тут округление. Но это нам слишком много такое округление. Нам достаточно вот так и, допустим, один. Видим, тоже у нас тут круглое такое. Убираем. Хорошо, вот так получили. Сегментов у нас здесь 36. Вот, оставим их. И теперь сделаем сегменты по высоте. Это нам надо будет, не по высоте. А вот здесь нам надо будет сегменты сделать. Цилиндр. Кап сегменты. Раз, два, три. Хорошо. Для чего мы это делаем, сегменты здесь? А для того, чтобы нам сымитировать колпак. Для этого мы сейчас возьмем и выделим. Колпаки у нас только с этой стороны, поэтому нам нужно выделение сделать. Сразу же объект превращаем. Раз. И идем в полигоны. И выделяем тут все полигоны. Выделили. Так, зажимаем Ctrl, идем вниз. Но чтобы у нас не было такой жесткой грани, мы транспортируем, делаем более круглую такую. Вот так. Даже еще поменьше. И можем выделить вот так. Хорошо. Далее. Теперь с этими полигонами мы движем их назад. Вот сюда зажав. И тоже скругляем тут. Трансформация. Вот так делаем колпак. Смотрим. Ну, конечно, большой такой колпак, но такой большой не нужен. Нам достаточно вот такого колпака. Так, отлично. Колпак получился. Ну и еще в середине сейчас сделаем. Немножко его выдаем. С помощью бевеля. Возьмем бевел. И сделаем вот так. И вот у нас уже с вами получился. Получилось колесо с колпаком. И мы его ставим на место. Так, берем объект. Модель. Перемещение. И подгоняем его вот на это место. Прекрасно. У нас появилось колесо. Так, мы то же самое применим к нему симметрию, чтобы не делать каждый раз колеса. Сейчас мы поставим на место. Вот сюда. Сейчас посмотрим, действительно ли он на месте стоит. Так, стоит он вроде бы как на месте. Сейчас еще взглянем. Да, чуть-чуть даже можно еще внутрь завести. Хорошо, готово. И также мы применим здесь симметрию. Вводим туда. Переводим симметрию на XY.
и смотрим. Так, у нас два колеса, все прекрасно, все хорошо. Так, и теперь эту симметрию мы можем, зажав, напишем, допустим, что это рад колесо. Так, теперь мы это дело дублируем с помощью зажатого контрола, да, и ведем эту пару назад, вот сюда. Переходим в этот режим просмотра, делаем здесь, хорошо. И еще раз дублируем. Выставляем сюда. И тоже смотрим. Так, вот я не помню, в подвале у них колеса здесь сзади или по одному. Ну, оставим пока по одному, потому что сэкономим на эту кучу полигонов. Так, хорошо. Последнее, что нам осталось, соединить все вместе. Ну, пока не надо. Пока оставим так. Так. Okay. Я выделяю все. И не получилось. Скаканули с колеса вперед. Так, я просто прочитаю тогда. Подниму наверх. Вот. Вот так у нас выглядит простой автобус. Такой схематичный. Я напоминаю, мы делаем лоу-поле. Не кругленький такой весь аэродинамический. Мы делаем лоу-поле, который очень хорошо нам напоминает на этого райзобус, или как он, туристический, но не несет никаких округлостей особых. Так, хорошо. Теперь нам надо окрашивать. Мы с вами создаем вот новый материал. Вот, допустим, да. Сразу скажем, что это бус. Хорошо. И возьмем какой-нибудь, ну, скажем, салатно-зеленый бус. Такой. Тут у нас бегают такие гармонии. Салатно-зеленые бусы. Ну, чуть-чуть желтее. Вот так. Или есть и желтые еще такие. Такие вот. Вот такой, допустим. Тоже есть такие. Окей. Так, рефлекшн. Они обычно так более-менее блестящие, поэтому мы сделаем рефлекшн. Вот так. Хотя для моих целей я лучше отключу. И я бросаю на корпус. Вот у нас появился так-то. Здесь тоже можем сюда бросить. Вот так. Да? Следующий мы зажмем уже Ctrl, скопируем, пойдем и скажем, что нам нужен черный цвет для колес. Ну, не надо брать совсем черных, чтобы вот так хотя бы было видно, что это куми, то есть резина. И начинаем их тоже красить. Прям бросаем сюда. Так. Теперь нам надо сделать более светлый оттенок для колпаков. Так как это, я говорю, примитив, то и здесь, в общем-то, не заморачиваемся мы с особыми текстурами. Просто берем то, что есть. Выделяем этот. Идем в полигоны. И у нас вот цилиндр, да. И теперь выделяем вот этот колпак. То есть берем
Так, где у нас? Вот тут у нас колпак. Вот так вот. Если где-то задели, не беда. Ctrl нажали, дальше Shift и продолжаем. Есть. Кидаем сюда прям. Раз. Готов. Видим, что у нас пара полигонов не выделилась. Отменяем. И все-таки делаем. Хорошо, теперь кидаем его сюда. Есть. Так как у нас симметрия объект, то он и здесь будет, естественно. Вот. И то же самое надо сделать по этим. Так, после того, как мы это сделали, давайте мы сейчас еще дальше с вами пройдем. Я хочу выделить вот этих два полигончика. И у нас тут... Так. Вот тут нам нужно это выделить. Где у нас? Вот надо называть вообще-то. По идее. Вот так. Вот этот и вот этот кубик мы выделим. Ну, тут у нас симметрия, поэтому можем выбрать только один. То у нас достаточно. Сделаем новый. И уже здесь сделаем совсем белый. Окей. И покрасим. Хорошо. Готово. Так. Ну и еще давайте сделаем следующее. Мы выделим вот эти полигоны. Вот эти вот все полигоны выделим. Так, здесь тоже. И сделаем вам другой цвет немножко. Так, это лишнее здесь не надо. Следим, чтобы никуда не залезли лишнее. Аккуратненько так это выделяем. И делаем какой-нибудь другой цвет. Сейчас мы сделаем. Выделим сначала все. Так. Что не надо, уберем. Кстати, вот эти у нас еще не покрашены остались. Ну, теперь вроде бы как все. Смотрим, тут выделили, прекрасно. И берем вот этот желтый, копируем его с зажатым Ctrl, и смотрим, что мы могли здесь сделать. Ну, я бы предложил какой-нибудь оранжевый цвет такой сделать. Вот такой. Окей. И кинуть его сюда. Посмотреть. Да, где-то вот так. Видим, что один полигон не выбрался, поэтому отменяем и выбираем. И еще раз кидаем. Вот, теперь все. Теперь отлично. Хорошо. Остались окна. А, окна. Подождите, вот сейчас мы вот тут еще сделаем. Так, во-первых, эти мы сейчас выделим. Где у нас задний цилиндр? Задний-то, вот они. Так, и закинем сюда тоже желтый. Потом выделим вот этот полигон. Вот этот. И сделаем его
из вот этого цвета сделаем светло-оранжевый, более красный такой для задних фонарей. Вот такой оранжевый. Окей. Так. И закидываем прямо сюда, у нас окрашивается. Прекрасно. Мы можем также и еще полоску эту сделать. Давайте мы ее тоже сделаем полосочкой такой. Чтобы райзобус, так райзобус. То есть я имею в виду автобус, так автобус. Так, туристические. Так. Выделяем. Вот тут начинаем выделять все. Делает это такое. Надо следить, чтобы ничего лишнего не выделилось. То, что нам не надо. Ага. Так, разворачиваем. Идем дальше. Смотрим, как бы вот тут лишнее здесь, это лишнее здесь, это тоже лишнее, убираем. Так, смотрим дальше, что у нас впереди. Ну и впереди можем тоже вот, как бы вот это сделать. Из окна убираем. Смотрим дальше. Ну вот эти еще парочку полигончиков мы выделим. Все. И тоже на них кидаем вот эту полосу. Смотрим, нигде ничего не забыли. Ага. Забыли. Выделили лишнее. Этот убираем и этот убираем. Еще раз кидаем. Так, видим, что у нас еще вот тут. Сейчас на желтом плоховато видно, поэтому приходится так работать. Так, и проверяем. Так, все нормально, тут все нормально. Ага. Ну и последнее, давайте сделаем окна еще. Допустим, окошко сделаем синими. А вот тут у нас лишнее тоже. Вот эти. Вот это не надо. Еще раз проверяем. Все отлично. Все хорошо. Вижу. Лишнее здесь это стекло у нас, поэтому здесь не должно быть ничего. Это должно закончиться правильно. Тут нет. Вот тут должно быть, да? И вот с этой стороны еще тоже вот тут внутри. Ну, это нормально. Хорошо. Еще раз кинем. Наверное, последний. Да. Так, есть наш бус. Я вот смотрю, не поднять ли нам до верха. Чтобы было покрасивше. Сейчас я подумаю. Дарун. Да, можно, конечно. Единственное, вот это место надо разделить тогда. Сейчас мы это сделаем. Секунду. Вот это вот место здесь надо будет прорезать. Хорошо? Давайте попробуем.
Ножичек. Куда исчез ножичек? Вот и ножичек. Так, говорим, что все сразу, да? И вот здесь прорезаем. Тут. Не режется почему-то так. Не хочет резаться. Почему? Все, отрезался. Отрезался, зарезался. Ну и вот теперь можно все эти выделить полигончик еще раз. Где у нас выделение? Вот оно. Так, сделаем так вот. Развернем. Здесь сделаем. Развернем, здесь сделаем. Так будет он как бы более симпатичный, на мой взгляд. Так. Повыше как-то. Смотрим. Вот и все. Выделили. Вроде бы как все. Да, можно кидать еще раз. Вот так он будет более весело смотреться. Хорошо. Угу. Ну и последнее окошко. Сделаем какой-нибудь голубенький, допустим. Или наоборот темный сделаем. Так, давайте сначала попробуем голубой какой-нибудь. Так, я сделал копию, да? И теперь беру какой-нибудь такой вот голубой. Окей. И здесь мы делаем следующее. Мы сейчас выбираем только окна. Смотрим внимательно. Выбираем окна. Так, вот здесь у нас немножко сложнее окна. Они заходят вот сюда. Так, вот сюда аж наверх заходят. И здесь то же самое, они заходят наверх. Все четыре окна. Так, ну и заодно еще это выделим. Это выделим. Аккуратненько так. Чтобы лишнего не задеть. Вот так. Кидаем сюда голубой. Так, смотрим, что одна часть не выделилась. Это нам. Хотя, сейчас посмотрим. Да. Вот это нам надо выделить еще. И вот это. Теперь можно кидать. Смотрим. Да, все получилось. Теперь делаем этот, это окно, это окно, это окно. Разворачиваем. Это окно, это окно, это окно, это окно. Дальше чуть. И это окно. Тут, по-моему, я не все выделил. Вот это. Тоже кидаем сюда голубое. Так.
Ну вот, дорогие друзья, мы с вами сделали. Теперь настало время рендеринга, то есть посмотреть, что у нас тут получилось. Мы особо сейчас с тенями тоже заморачиваться не будем, просто сделаем на белом фоне. Для этого мы пойдем вот сюда, возьмем background, так, и background мы сделаем следующее. Мы пойдем здесь, скажем, что нам нужен только luminance, вот такой. Включаем color, отключаем reflection и закидываем сюда на background. И нажимаем кнопку. Вот такой автобус. Все прекрасно. Больше нам пока ничего не надо. Мы сделали и такой примитивный, но тем не менее похожий на в игре, они запросто пойдут. Ну все, дорогие друзья. Еще одно задание мы выполнили. Можно идти дальше. Но это уже в следующий раз.